Не просто прилетел, но и пролетел. Всем привет, друзья! В этом видео просто сенсационная новость. Димаша Кудайбергена встретили в Соединенных Штатах Америки лучше, чем российских звезд. Давайте вместе детально все разберем. Вот обратите внимание, как выглядит сам момент, когда Димаш прилетел в аэропорт Нью-Йорка. Тем временем российские звезды, которые тоже будут выступать на творческом вечере Игоря Крутого «В жизни раз бывает 65», не могут похвастаться подобными видео. Кто-то скажет, мол, Димашу Кудайбергену может быть неудобно за этот факт, что столько поклонников, столько внимания, но все-таки важно и признать, что явно у Димаша Кудайбергена поклонников намного больше в Соединенных Штатах, чем у того же, к примеру, Сергея Лазарева, который выложил в своем инстаграме видео, где он едет в машине и цветов рядом не видно. У Филиппа Киркорова в инстаграме есть только видео, как выглядит билет, и плюс он поет один из своих хитов. Итак, куда мы? Настроение черное. Николай Басков снимал себя просто на айфон в гостинице. Но Диму Билана, судя по его сторис по видео, вроде как точно никто не встречал. Собственно, он это и признал. Сказал, что не просто прилетел, но и пролетел. То есть ажиотажа никакого не было. Я только прилетел, но прилетел. Короче, не спался дорогу, в принципе. Димаша же Кудайбергена просто завалили цветами, объятиями, комплиментами, поэтому с уверенностью сказать, что его фанатов на сегодняшнем концерте в Нью-Йорке будет больше. С другой стороны, кто-то может сказать, что, а вот, может, других российских звезд тоже встречали, да, но вот нету у них этих видео, да, вот так сказать, поскромничали. Ну, кто ж знает. Поэтому напишите вашу позицию в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Лучше ли всех встретили Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке? Либо все-таки, так сказать, была какая-то группа поддержки и у Билана, и у Киркорова. Друзья, я напомню, что концерт будет сегодня, а именно в 19 часов по времени Нью-Йорка, а в Минске и в Москве в это время будет 3 часа ночи. Все детали концерта, самые важные, яркие моменты мы обязательно обсудим вместе на этом канале. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, не забудьте подписаться на канал. Дальше здесь масса новостей, которые важно знать и важно обсуждать. Счастья вам, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи!